В Астане определили победителей премии «Елорда Жастар Сыйлыгы». Из 5000 претендентов после отбора жюри онлайн-голосования лучшими стали 20 молодых ребят. Они получили памятные призы и денежный сертификат. Красивые наряды, красная дорожка и вспышки камер. В таком голливудском стиле прошла церемония награждения Елорда Жастар Сыйлыгы. На нее приглашены 60 самых достойных претендентов на победу в 20 номинациях. Среди них наука, современное искусство, спорт, театр и другие. За это время подали около 5000 заявок на 20 номинаций. 26 ноября было заседание жюри, в котором мы отобрали в каждой номинации по 3 человека-финалиста. Голосование было около недели, и сегодня уже будем подводить итоги, кто победитель в каждой номинации. Одна из счастливчиков – Гульмира Исимбаева. Она непрофессиональный композитор. Для молодой девушки это первая награда и большой стимул работать над новым альбомом. Они очень сильно стимулируют именно, то есть направляют молодежь на то, чтобы они дальше развивались, неважно, в творческой деятельности или в какой-либо там социальной, возможно, потому что, например, Елорда Жастар, здесь, как вы видите, не только, скажем, эстрады, кино, искусство, а также есть и SMM-менеджеры, и также предприниматели, которые могут участвовать в этом. В числе 20 победителей как астанчане, так и жители других городов, которые ведут активную общественную деятельность в столице. Помимо признания, они получили и денежную поддержку в размере 100 тысяч тенге. Сертификаты вручил заместитель акима Ермек Аманшаев. Зарина Беремкул, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.